Четвертый раз Искитимский район стал организатором турнира по вольной борьбе памяти земляка, заслуженного работника сельского хозяйства, почетного гражданина района Льва Шмидта. Два ковра, 12 на 12, электронное табло. Уровень этого турнира значительно вырос. Собрались борцы со всей Новосибирской области. В этом году на ковер выйдут около сотни мальчишек и девчонок. У нас 12 человек сегодня борются. Почти что во всех весовых категориях. Возраста ограничены. У нас много в этом году и первая группа, то есть младшая, первого класса. Но они сейчас не участвуют. У нас 20 человек, то есть первая группа. И поэтому у нас только участвуют средние. Только Лебедевка. 8 команд заявлены на участие в четвертом турнире по вольной борьбе памяти Льва Шмидта. Ребята из разных клубов Искитимского района, городов Искитим, Бердск, Новосибирск. Каждый нацелен на победу, и все знают, от чего она зависит. От выносливости, от силы. Обычно турнир по вольной борьбе проводили в Лебедевке. Вместить всех участников в этом году зал не смог бы. Поэтому сегодня борцы собираются в Искитимском спорткомплексе «Заря». В будущем организаторы надеются, что в районе появится свой зал. У нас уже много именитых борцов, я считаю, в принципе, в районе. Да, и как бы мы должны делать упор на развитие спорта в целом. Планируется у нас строительство спортивного комплекса в Ленево, хотелось бы, чтобы в Лебедевке также появился зал, и мы могли не договариваться там с кем-то, да, а проводить на своей территории Искитимского района соревнования именно высокого уровня. Спорт – это в первую очередь здоровая конкуренция. Борьба закаляет характер, что в будущем помогает ребенку добиваться результатов.